Переночевали на даче у Лены. Вон она пошла. Комары зажали, а так все замечательно. Вон виноград какой. Уже. Осенью, наверное, будут лопать. Сегодня уже 20, не помню какое число. Вот такая вот история, друзья. Сейчас поедем на Хадыженск уже. В общем-то, ура. Единственная заправка. Выезжаем с Краснодара. Ой, с Краснодара. Что-то у меня уже все города смешались. С Волгограда уже на выезде. Едем в Краснодарский край. Сказали ехать почти тоже весь день. Поэтому приготовились к поездке. Ну, думаю, поездка будет интересная. Хотя бы будем проезжать всякие живописные достопримечательности. Нормальные дороги должны быть. Красивые станицы, дома там в них, инфраструктура, вежливые гаишники, их очень малое количество, надеемся. Погостили у Лены на даче, нормально покушали, позавтракали, поспали, короче, все у нас хорошо, все замечательно. Димка удава посмотрел, только на видеокамеру не сняли, но... Удав, наверное, ему понравился. А вот Лукойл там можно заправиться. В принципе. Тут специально надо заезжать. Котельниково прямо. А слева нас канал, который соединяет, насколько я понимаю, Волгу и Дон. Соответственно, можно поплыть по Волге через речку Дон. Дон впадает в Азовское море и потом Черное. И, короче, можно уплыть в Калифорнию. Ну, или в Австралию. Вот шлюз номер 6. Слева вы видели. Все едут на море, все с чужими регионами. О, 59-е, ну, в паре едут. Да, слева этот шлюп как раз и есть канал этот, который сделали. И, соответственно, с Черного моря можно подняться по Азовскому, потом по реке Дон. Ну, короче, я такой бред рассказываю, но это теоретически. Я не знаю, как на самом деле обстоят дела. Плавает ли кто-нибудь так, но если все эти работают, шлюзы, они платные, наверное, то такое, значит, транспортное сообщение. Ну, для этого же, наверное, канал-то и рыли этот здесь в свое время. Все. Вот, проезжаем мы по этому каналу, который связывает Волгу реку и реку Дон. Реку. Реку. Реки. Волго-Донской канал. Раз мы его здесь и пересекли. Лошадки. Какие лошадки? Это коровы. Да нифига, там есть одна лошадь, я видел. Ну, одна лошадь, да, она их пасет. Вот так вот. Выключено, что ли? Въезжаем в Котельниково.
Говори. Ты говори. Проезжаем городочек, или там хуторочек, или как сейчас они тут называются. Зимовники. Зимовники. Длинный такой, длинный проезд по ней. И ограничение 40, поэтому тянемся, тянемся. Прикольные тут ивы пошли, эти плакучие ивы такие. Деревья. Диман икает. Мама на заднем сидении. Пытается прилечь. Ой, в смысле, пытается дремнуть немного хотя бы. Он же сейчас приплыл. Носки попробуем. Легко. Никто не знает ни про СУ-18, ни про КВ первый. Может, их нет, так мало делали. Может, Т-34 очень много просто. Вот добрались мы до Сальска. Вот после него едем на Тихорецк. По кольцу прямо получается. Сам Сальск мы не заезжаем. Держим путь на Тихорецк. Потому что потом нам ехать надо в Хадыженск. Дороги замечательные. Но ГИБДДшный разгул ужасный. Постоянно останавливают все машины. Ну, с этими, с номерами, с другими. Регионов. Ну, правильно же поехали? Я не посмотрел. А? Фильм посмотрел. Наверное, да, правильно. А ну да, вон Тихорецк. Тихорецк. Тихорецк 152.
наконец-то въезжаем в Краснодарский край. Долго ехали. Устали. Надо пофоткаться здесь. Сейчас мы пофоткаемся еще. Даже снимай. Сегодня четверг, какое число, не помню. Едем по Краснодарскому краю. Ближайший ориентир — город Тихорецк. Всего проехали 2828 километров. Больше видите. Элеватор какая-то была заехать. До Тихорецка уже доедем. 50 километров осталось. Проехали Тихорецк, едем на Усть-Лабинск. Хочется кушать. Сейчас пойдем жрать подсолнухи. Практически приехали в Усть-Лабинск, в который нам не надо, но он как транзитный наш. Вот. Съезд направо. Понятно. Двигаемся 2 километра, 900 метров, затем поворачиваем налево. Понятно.
Всем привет! Хорошо. Конечно. Едем в Хадыженск. Как бы этот, в навигаторе в Хадыженск не смог бить, бил Апшеронск, но это совсем рядом там. Показывает расчетное время прибытия где-то половина по восьмого в Апшеронск. Ну там полчаса, может минут 20 и Хадыженск, поэтому около 8-9 часов мы будем там, с учетом того, что где-то будем медленно ехать и все-таки ищем кафе, чтобы поесть. Вот так вот. Вот так вот. За все хорошее. Все, что было между нами. Конечно. Проезжаем реку Кубань. Реку. Выехали с Усть-Лабинска. Не снимал? Не снимаю. Едем уже на Хадыженск через Белореченск и Апшеронск. Приезжаем в Адыгею. Адыгея. Кусочек Адыгеи. Ой, сфоткал. Оба. Свободный. Хатукай. А нам куда? Нам прямо. Подави их всех, Саш. Слушай, походу, 6 часов. Ну да, уже кушать пора. Она уже думает кушать уже. Да. Папа с работы пришел. Сима! Симона! Оба. Понимаешь? Да. Точно. Мы покушали в кафе. В принципе, вкусно. Поели. Наконец-то нашли нормальную кафе. Сейчас выехали. И вот вы видите, мы впервые уже увидели горы. Но это, скорее всего, уже как раз Кавказские горы. Приближаемся к Кавказу. Северному. Что вы скажете? Все. Ура. Все клево. Так. Едем навстречу. Сытые мужики, всегда счастливые. Конечно. Да. С нами можно разговаривать. Да. Только злые призлые. Гигантская. Через 550 метров поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. Поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. Чё там, дочка, кто снимает? Ой, я снимаю ведь. Строят, и все из кирпичей. Даже не из этих мест. Через 300 метров поворачиваем направо, затем поворачиваем налево. Пересчет маршрута.
поворачиваем налево. Да, неплохой такой день. Станица. А собак-то, аж 4 штуки, да? Ну, бензин тут дороговат. Вот так, 27. Все есть. Двигаемся 2 километра, 900 метров, затем держимся левее. Проезжаем реку Белую. Она очень длинная. Неглубокая, но длинная. Проходит и Краснодарский край, и Адыгею. Двигаемся 90 метров, затем поворачиваем направо. Холодная. Наверное. Наша уста круче. Река Пшеха. Будь здоров. Они здесь все, эти речки, с гор спускаются. Поэтому они такие мелкие, холодные, быстрые. Пересыхают, когда этот жара. Въехали в Апшеронский район. Любуемся красотой. Жалко только, что вечеряет уже, но все равно практически все видно и красиво. Въехали в Апшеронск. Там сейчас была Стелла. Да, была Стелла красивая. Очень красиво. Палка в Апшеронск написана. Палка, да. Угу. Палка, палка. Мама снять не сумел. Нормально. Ну, а так ничего такого интересного нету. Да еще ничего не происходит, конечно. Пока ничего, да. Завязка только, да. Сейчас с поворотом будет Апшеронск. Что тут кресты везде такие стоят? Что это не значит? Двигаемся 3 километра, 300 метров, затем выезжаем на круговое движение. Закусили. 26.65. Пересчет маршрута. Двигаемся 2 километра, 200 метров, затем выезжаем на круговое движение. На круговое движение. Чайкай, что? По горам ездим так. Повороты сплошные. Что это было? Я слюни. Какой 93-й? Это здесь, Краснодарский край. Ну что, тут далеко и сложно. Ну все, наконец-то мы уже едем на Хадыжинск. Время 7 часов 57 минут. Скоро приедем.
там не видно ничего. Папочка, горы, смотри, горы. Да, ура! Симушка, приехали. Сигналы от спутников потеряны. Наконец-то мы доезжаем уже. Сима. Глаза. Сушеную. Хотя можно было купить по дороге. Красота какая! Посмотрите налево. Ну, а ты посмотри на меня. Довольно еду. Долго, по себе. Проехали 3111 километров. С понедельника по четверг. В машине, да?